Опа, и я снова на берегу. Вчера без заключительных слов прервалась серия. Все потому, что пришел и нашел меня мой подписчик. И что-то за разговором я даже и забыл, что нужно снимать. Но больше и не клевало, и там через сколько? Минут через 30-40 уже ушли домой. Я сегодня опять один, но Павел обещал прийти. У меня просто тут созрел план, потому что вот на эту вот удочку, я не знаю, дня, наверное, 3-4 ни одной поклевки, зацепы были, да. Можно, в принципе, ее даже и не забрасывать. И тут мне пришла идея. Может быть, пока Павел не пришел, пойти ее туда поставить. А вдруг? Потому что он придет ближе туда, к рассвету. Это часа полтора, может быть, даже два у меня есть. А это как минимум два заброса можно выполнить. Наверное, так и поступим. Все, беру насадку и чалю прям вообще туда. На клевые места. Как я и говорил, получилось забросить всего лишь раз. Пришел Паша, согнал меня со своего клевого места. Правда, я начал перебрасывать. Оторвал там один крючок сразу. Ну, без потерь никуда, к тому же на чужом месте. Бывает. Но они сегодня принесли... На песке тоже человек пришел, встал, рыбачит. У них у всех секретная насадка. Майский жук. Да, посмотрим. Выстрелит ли он сегодня? У меня насадка прежняя. Хлебушек. Ладно, ждем поклевки. Есть у нас рыба. Что-то не понял. Похоже, нет все-таки у нас рыбы. Нету рыбы. Но поклевка была. Хорошая поклевка, причем сразу вот тогда. Причем поклевка была именно на ту снасть, которая молчит уже не первые сутки, от которой я хотел избавиться. Я отнес ее к Паше, а она все-таки почувствовала мое негодование и сработала. Правда, не подсеклась. Ладно, перебрасываем. А я на личинку насадил. Это майский жук у тебя клюет? Вот он и майский жук, короче, выстрелил. И она долго уже стоит, да? У тебя же одна личинка была. Ну, ты же сразу, я второй раз. Первый раз корка, а потом личинка. Да, какие-то у меня мальчики. Минуту, я хорошо. Смотри, я подойду к вам. Нет. Блядь, какая личинка, такой голова. Вот там личинка с палец была. Да, такой голова. Давай, не отвлекайся. Далеко как ты забросил. Все, давай возьми что-нибудь. О, видал личинку. На личинку, давай его сюда. Слушай, ну нормальный размер. Ну такой, более-менее. Хоть не детёк. Вон личинка, все. О, на личинку клюнул, вот она личиночка. Майского жука, все, пожалуйста. Аж колокольчик у него упал, у меня такого никогда не бывает. Вот это красавец. Вязал. Стандартный размер. Вязал. Его привязал этого, да? Да. Майский жук. О, как держится хорошо. Капитан.
А ее опять закинуть, мне кажется, можно, да? Да можно, я думаю. Он его особо и не погрыз-то. Пойдет. Да, как на мастер. Я думаю, в том году скучно, клюет, заебит. Не в том году, год три может пришел. Два. Так, Илюха сегодня по-любому пойдет за печенью. Бог с ним, даже возьму этот целый лоток куриный. Да. Потому что личинку мне не достать, а печень-то я возьму. Ты знаешь, забыл все. Вот так вот. Коряги избавился, рыб поймал. Да спалит. Я еще хотел что-то ее сфотографировать, блин, и что-то за это зашился. Я тоже, говорят, интересно, брошу, видите, работает. Не, ну я думаю, запах все равно от нее идет. Ну да, сейчас еще больше выглядит. Так. Ну а я буду ждать, потому что я тоже недавно забросил. Поклевок пока у меня нету. Блин, ну я буду стараться. Бля, как он сюда пришел? Никогда не проиграет. А что камень? А, у тебя повезло. Бля, а ты знаешь, да, вот сюда. Прям так и метров через 20 набили. Прямо по течению туда, блядь. Нахрен ты смещался, я так не помню. Ой, блядь. А держался, вообще не держался, прикинь. Вообще не держался. Вот это компания. Ты смотри, на чем он держится. Он вообще не держится. Миллиметр пленочка. Благодарю. Кидал и все, порвал. Как ты его не упустил, я не знаю. Я в рукой раз и порвал. Твоими молитвами. Это вообще, это жесть просто. Вот это кабан. Это нереальное что-то. Так, где мой кабан? Но он сопротивлялся четко. Действительно, еще бы какой-нибудь, травиночка какая-нибудь. Зацеп. Еще бы рывочек. Помоги. Ушел бы такой вот. Вот это да. И поклевка такая, отдай спиннинг именно. Фу. В то же место бросаем. Так, ладно, все, хватит на сегодня у нас рыбные ловли. Я отличился, я уж думал, что Паша будет героем дня. Нет, я все-таки его победил. Однако клев продолжает быть отвратительным. Завтра у нас выходные. Вероятность большая, что придет много людей. Поэтому надо будет постараться сделать все-таки ход конем и занять хотя бы перспективные, я уже не говорю о клевых местах. Ладно, все, завтра увидимся.